Стальной хват России, привет. Большой привет, Игорь Хнай. Ну, Александр, видите, натура-то творческая. Третий стержень. Решили середину теперь попробовать. Попробовали гнутый, очень тяжелый. 181 на девятку. И вот Саша говорит, давай попробуем. Спасибо еще раз Игорю передать. Это стержень, который мы калибровали. Он выдал 280 на 170. Пацы все те же. То есть ничего не меняется, пацы не перематываются. Два вот гнутых уже лежат здесь у нас. Все. Попробует Саша толкануть 280. Ну тоже девятка, все одна партия. Игорь где-то там ее раздобыл. Интересные эти стержни. Материал неизвестен. Так что группу смотрите. Еще скажу, Анатолич у нас травмированный. Завтра будет рану правого плеча залечивать. Так что вот видите, в состоянии даже травмированности. Какая сила он выдает ее. Поэтому вы смотрите, как он все делает. килограмм калибровка дала. 170 миллиметров. Первый кинг, смотрите, как он сильно проламывает. Чем больше вы в первом кинге проломите, тем легче будет дальше. Возьмем три. Игорь, от Александра Анатольевича Кириллова для группы «Стальной хват России», для тебя, Игорь Хнай. Значит, твои стержни нам присланы, спасибо. Вот Саша их все сломал из того, что он сегодня попробовал. Будем готовиться к оставшимся. Спасибо, до свидания, удачи.